Не первый, не второй состав. А нет, второй. Я думал, что четвертая тройка нападения. Спутал Александра Попова и Сергея Синтюрина. 24-й, 74-й номер. Нет. Попов. Отличный пас. Но надо там шайбу уже завести в ворота. Однако сейчас не получилось. Ага, Дарси Верой и Мартин Скоула. Вот она, первая драка в этом поединке. Ну, как вам сказать, пока, наверное, ничья. Судьи не останавливают эту драку, потому что хоккеисты еще не оказались на льду. Но сейчас Дарси Верой, немножко у него там было преимущество. И вот сейчас хоккеистов разняли. Это эпизод, после которого начался кулачный поединок Мартина Скоулы и Дарси Веро. Нужно отдать должное Тавгаю из Витязя. Наверное, все-таки в этом столкновении победил...